Утром одесситов, прогуливающихся около мэрии, встревожили клубы дыма, поднимающиеся из заброшенного парка на склоне. Смогом заволокло почти весь Приморский бульвар. Здесь были аж до морского музея. Оказалось, что загорелось старое строение, принадлежащее коммунальному предприятию «Горзелентрест». Клубы дыма привлекли внимание коммунальщиков, и те вызвали пожарную бригаду. Место для возгорания оказалось очень благоприятным. Повсюду горы деревянных опилок. Счастье еще, что пожар удалось локализовать в доме, и он не перекинулся дальше. Помимо склада стружки и кучи спиленных веток, внутри полуразрушенного домика обнаружились и другие интересные предметы, вряд ли связанные с работой Зелентреста. Горы бутылок из-под пива и куча другой еды. Видимо, это место было своеобразной столовой для ограниченного контингента. Впрочем, то, что причина пожара могла произойти после визита незваных гостей, бомжей, лишь предположение. Официальную версию сотрудники МЧС пока не обнародовали. Всеволод Ананев, Алексей Мураховский, Думская ТВ.